Всем привет! Вот и подошел к концу пресс-день на Comic-Con 2016. Здесь было очень много интересного, но самое главное, что мы смогли попасть на пресс-конференцию к Майклу Кудлицу. Это один из главных актеров «Ходячих мертвецов». А еще мы смогли задать ваши вопросы в личном интервью. Так что ждите видео на канале и в группе, подписывайтесь к нам. До новых встреч!